Всем привет! YouTube канал Агродвиж. Сейчас в теплице занимаемся осмотром номерных гибридов огурца, и у меня есть для вас информация. Я увидел в теплице вот такие огурцы. Вот они меняют свою форму. Вот это вот начало проблемы. Это означает, что сейчас у нас жаркий период, у нас очень сухо, и кальций не хочет с почвы, тот, который даем в полив, подниматься вверх по всему растению и усваиваться. То есть верхушка, точка роста, которая растет, требует себе кальций. И она забирает этот кальций с плодов. То есть на огурцах нет вершины гнили, на огурцах есть скривление формы, потому что сюда светит солнце, он перегревается, этот плод, с этой стороны там вымывается кальций, и он уходит в точку роста для строительства, продолжения роста. Чтобы было меньше таких плодов, чтобы меньше было некондиций, которые необходимо прятать там на низ в коробке, либо вообще куда-то от нее избавляться. Обрабатывайте растения по листу кальциевым удобрением. Любое удобрение, где есть кальций, которое допустимо для обработок по листу. Брексил кальций, кальцинит яровский, хелатин кальций, спидфол кальмах. Это все работает в нормах, которые просит придерживаться производитель. Обработка по листу позволит это все избежать. То есть мы доставляем кальций туда, куда он не хочет подниматься с корневой системы, в жару. Мы добавляем. Главное нанести, чтобы кальций попал, раствор с кальцием попал на плоды, которые нуждаются в кальции. Не только лист, но и на плоды. Качественно покрыть растения. И плюс с каждой обработкой кальцием удобрением добавить в полив аминокислоты как проводник, полдозы хотя бы, к примеру, мегафол там 20 грамм на 10 литров воды, плюс кальцинит яровский 40 грамм на 10 литров воды. Обработка всего растения, покупали все растение, и растение благодарно и хорошо работает. Чередовать также нужно обработки с удобрениями, которые содержат бор. Бор позволяет кальцию лучше усваиваться, это является проводником самого удобрения, в котором содержится кальций. Так что работайте по растению в жару, когда кальций не хочет двигаться по самому растению с корня. Эти удобрения помогут вам повысить вашу урожайность и получить эту урожайность в высоком качестве. Работайте над своими растениями и получайте максимальный заработок.